В общем строю, помимо молодых футболистов, даже самые юные сормовичи. Воспитанники детских садов района тоже пришли на тренировку легендарного футболиста Дмитрия Черышева. И хоть требования к малышам не такие большие, на поле играют как взрослые. А ребятам постарше пришлось попотеть. Воспитанники детско-юношеского центра Сормово занимаются футболом уже несколько лет. Играют с командами других районов и городов. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» на практике показал начинающим футболистам, как тренируются его подопечные. Дмитрий Черышев сообщил, что лично будет наблюдать за развитием молодежных сборных Нижегородской области. В первую очередь, наверное, одно из самых главных качеств – это то, что они понимают, что на них обращают внимание, что у них есть огромное желание дальше расти, плюс родители, которые приходят, естественно, болеют, поддерживают своих детишек. Я думаю, что в дальнейшем мы правильно выстроим все. И пацаны, самое главное, будут верить в себя, будут верить в свой потенциал. И мы создадим, нельзя сказать громко, но все равно постараемся сделать огромную пирамиду для того, чтобы в российском футболе была наша вот именно Нижегородская академия, правильная. В целом детскому спорту мы уделяем очень большое внимание и футболу, и классической борьбе. 18 видов спорта на стадионе «Труд». И каждый вид спорта достоин внимания. Ну, коль уж сегодня мы говорим после того, как чемпионат мира прошел, про футбол, вот прекрасно, что сюда приехал Дмитрий Николаевич Черышев, потому что вот мало кто знает о сормовскому футболу больше 100 лет. В 1911 году сормовская команда уже была сформирована. В 26-м на этом стадионе, на стадионе «Труд», когда он еще был не такой и не здесь, уже проходила игра Сормова-Уругвай. Сами футболисты признаются, что принимать участие в тренировке от такого легендарного спортсмена – большая честь. Здорово то, что к нам приехал легендарный футболист Дмитрий Николаевич и провел для нас тренировку. У него есть своя схема тренировки. Это хорошая тренировка, они развивают все навыки футбола. Впрочем, таким встречам рады не только детям, но и родители начинающих футболистов. Не каждый день такое бывает. Мы очень рады, дети очень ждали этого, потому что они занимаются футболом, они знают, кто он такой, знают, кто его сын. То есть они очень счастливы. Нам нравятся тренера хорошие, подготовленные. То есть для детей тренируют бесплатно. Это очень редкость в наше время. То есть и подготовленные, то есть уровень подготовки очень хороший. То есть в целом очень все нравится, все устраивает. И дети тоже. По итогам тренировки юным футболистам Сормовского района Дмитрий Черышев подарил футбольный мяч с игры сборной России во время чемпионата мира с автографом своего сына Дениса Черышева. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний.